Добрый вечер. Женек, привет. Жень. Да блин, Женек, ну поговорить надо. Ну? Короче, вроде как за городом есть заброшка. Там золотишко имеется. Можно вечером будет сходить и себе что-нибудь взять. А что, я там Тамаре колечко присмотрю какое-нибудь. Ты Наташке подберешь. Жек, последнее дело и все, расход, клянусь тебе. Какое колечко? Какое золотишко в заброшке? Ты сам-то себя слышишь, нет? В нас же из гранатомета стреляли. Я после этого неделю в больнице провалялся. Да нас смерть поссать отпустила. Блин, как ты надоел уже, а? Вот у тебя вечно, понимаешь, убьют, смерть, поссать. А тебя один негатив. Ты хоть раз в жизни меня поблагодарил? Просто сказал спасибо, Лёх, что о семье моей думаешь, что с говна меня до этого вытащить пытаешься. Да пошел ты нахер, друг! Да пошел ты сам нахрен, понял? Ему помочь пытаешься, ты смотри на него здесь. Сам схожу, понял? Богаче буду. Да тебя там убьют, мудак! Сам ты мудак! Козел! Я сердцем чую, что он сегодня там умрет. Я говорю, ничего не случится. Если сердце смерть предчувствует, значит, смерти не миновать. Мам, что ты такое говоришь, мам? 21 век на дворе. Мудрость народная. Я уверена, что все будет хорошо. И ничего с ним не случится, Жень. Даже если случится, ты не виноват. Ты его предупреждал. Женечка, ты наш кормилец. Наша защита. Мы просто сдохнем без тебя, слышишь? Не дай бог с тобой что-нибудь случится. Леха! Лёха! Лёха! Я знал, что ты меня не кинешь. Лёха, бросай все, уходим. Смотри, какое кольцо и цепочку Тамаре нашел, а? Да сюда собаки даже дохнуть не придут, Лёха. Да ладно, Женёк, что ты начинаешь? Что, ты не понимаешь, что ли? Я тебе говорю, надо уходить. Ты что, придурок? Где Тамара на кольцо? Я тебе сказал, уходим. Ты что пинаешься, слышь? Ты что творишь? Я тебя вообще-то спасаю. Ты что, охренел, что? Да пошел ты! Нормально или что? Ты... Женя, при... Сука! Надо уходить! Ты хочешь уходить? Уходи! Остань! Успокойся. Это что такое? Машина? Давай, быстрее, быстрее! Боже, в камин? Ну это уже третья за неделю, Геннадий. Не многовато. Сколько надо, столько и будет. Мы же так не договаривались. Мамон, ты забыл, что ты мне должен? Выпьешь? Врачи запретили. Сердце. Не знал, что тебе кто-то может запрещать.
Ладно, Геннадьевич, ты главное не нервничай. Нужна будет помощь? Обращайся. Мамон, не каркай. Надеюсь, больше не понадобится. Да я б не зарекался. Шика, сиди тихо, они сейчас все закончат, понял? И потом мы с тобой свалим. Только тихо сиди, Женек. Ну-ка, встал. Ты тоже? Встал? Мамон, что это за люди? На колени. На колени. Они могли меня видеть, избавься от них. Ну, если видели, значит, избавимся. Ты, главное, не волнуйся, Геннадьевич. Сердце береги. Здоровье, оно важнее. Подожди, стой. Он же сказал от них избавиться. А ты что, послушный, что ли, такой? Мало ли, что он сказал. А вы кто? Сантехники. Да. И ЖЭКа мы. Давайте гостей посадим. Сиди. Спасибо. Вот зачем вы ко мне приперлись, а? Ребят расстроили. Зачем? Мы извиняемся. Да, это наша глупость была. Неправильно мы сделали. Мне вас сейчас убить надо. Пожалуйста, пожалуйста. Тихо, я сказал. Или вы что думаете? Мне вот прям убивать нравится, да? Или я, может, насилие люблю, а? Нет. У меня, знаешь, вот после этого какое-то такое состояние, оно гнетущее, что ли. Ну, как-то на душе тяжело, понимаешь? Да, да. Да не хочу я этот грех на душу брать. Это правильно. А давайте кто-нибудь один из вас умрет, да и все. Что, что значит, ну, как? Ну, один домой пойдет, а другой умрет. Да не, мужики, ну вы чё? Да у меня жена мент, вы чё, не надо. Сука. Вот ты чё такой трудный, да? Тебе сказали, помолчи. А ты сидишь, угрожаешь, ну кому это понравится? Правильно же я говорю? Да. Да. Встал. Давайте вы только сами решите, кто кого. М? У вас одна минута. Время пошло. Леха, а ты о чем думаешь? Я? Я ни о чем не думаю. Ты о чем думаешь? Тоже ни о чем. Ты помнишь, что мы друзья? Да. Мы друг друга стрелять не будем. Не будем. Женя, все хорошо будет, слышишь? Послушайте, мы друзья. Мы стрелять друг друга не будем. Понятно? Ну, значит, овалим обоих. Да, обоих. Подождите. 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 Женек, ты че? Послушай, зачем нам вдвоем умирать? У меня жена, ребенок маленький. У нее мать
Старая больная, сын за ней тоже уход нужен. Жек, ты чё? Не надо. Не надо, дом твою. Послушай, прости. Жек, подожди. Послушай, я тебе 300 раз говорил, не тащи меня в это. Зачем ты? Я ж тебя просил. Лёха, ты посмотри, где мы. Посмотри, во что ты нас затащил, Лёха. Это все из-за тебя. Понимаешь? Я не хочу. Я не хочу умирать из-за тебя, Лёха. Как же ты с этим, братан? Потом жить будешь. Я не знаю. Прости меня, друг. Друзья, ну, вот таким поворотом закончился первый сезон. И если вы хотите узнать, что же было дальше, вы можете это сделать прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании. Посмотреть можно на Кион. Первые 30 дней подписки там бесплатно. Я понимаю лишние телодвижения, но посмотрев там, вы поддержите наш сериал. И дадите возможность нам развиваться и делать больше крутых, интересных, необычных проектов. Так что спасибо вам большое. И второй сезон очень крутой. Приятного просмотра.